Чебоксарах за халатность был осужден сотрудник отдела полиции. Летом по его вине прямо в камере скончался человек, задержанный за административное правонарушение. Погибший 42-летний мужчина в отдел полиции был доставлен за появление в общественном месте под шофе. Помощник оперативного дежурного был обязан вызвать бригаду медиков. Этого требуют правила. То, что мужчине необходима помощь, было видно невооруженным взглядом. Мужчину с трудом завели в отдел даже несколько полицейских. Это зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Однако следователи выяснили, что помощник оперативного дежурного не стал вызывать скорую под предлогом того, что медики приезжали несколькими часами ранее. Через 20 минут после того, как задержанного доставили в отдел, мужчина скончался. Было установлено, что в его крови имеется повышенная концентрация этилового спирта, а именно около 5 промилле, что по сути является смертельной дозой. И в больших количествах случаев этой дозы достаточно для того, чтобы человек скончался. Полицейскому назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. На 3 года его лишили возможности занимать должности на государственной службе.